Всем доброе утро, добрый день. Добро пожаловать, мои дорогие, на мой канал, где я показываю не только зубы, но и свою готовку, свою жизнь и все остальное. Так, что у нас сегодня? Завтрак. Илюша пришел с плавания, готовлю сырнички и гречку. Тимон у меня еще храпит, он у меня сонная муха. Сырники практически готовы, сейчас уже буду выключать. И гречечка. Гречка мне, мальчишкам сырнички. И чаек. Выпроводила своих уже в школу. Так, ребят, сняла чехлы, хочу постирать. У меня здесь зеленое покрывало лежало, видите? Честно говоря, хочу себе нанять этот, как вот называется, люди, которые вот эти диваны чистят, знаете? С удовольствием бы наняла. Кто, если знает, в Сочи есть такие у нас нормальные, которые хорошо почистят. Я хочу диван почистить. И я бы с удовольствием еще на столы, стулья на кухне почистила, девчонки. Может, кто знает, напишите. Потому что этот, вроде бы и застилаю, но все равно, знаете, пыль, вот это все. Я вроде бы своим, ну, как бы тряпочкой всегда влажное протираю, но все равно хочется почиститься бы, как к зиме, не знаю. Получится, не получится. Вот. У нас сегодня распогодилась, погодка хорошая. Сейчас пойду на Валберес, заберу кое-что, пришло мне там, я заказывала. Закажу что-то из еды, надо что-то приготовить сегодня. Ну, короче, такие дела, как всегда. У меня стирка, уборка, глажка. Сейчас здесь тоже надо прибраться. На столе, как всегда, бардачельник. Ну, пойду, схожу на Валберес, потом уже начну дела делать. Ребят, сегодня буду вам показывать свою посылку, которую заказала на Валберисе. Давно хотела такой столик себе. Не только себе, дети просили. Они хотят вот сидеть, пить чай в компьютере, знаете, что-то рисовать. Очень удобный, классный стол. Искала такой, знаете, чтобы был добротный, не из дешевых, а чтобы надолго хватило. У этого стола есть инструкция, как его собрать. Честно говоря, думала, буду ждать Максима. Нет, совершенно все легко, просто очень хорошая инструкция. Все расписано. Все понятно. Тут, в принципе, 5 болтов закрутил, и все прекрасно держится. Есть палочки, вот все-все-все, видите, в наборе. Значит, вот эту палку мы, на которой будет держаться стол, прикручиваем 6 болтами. Вот видите, болтики. Болтики идут в наборе. Идут колесики в наборе. Идут все эти, скажите, чем шуруповерты, вот эти отвертки, все в наборе. Ничего искать не нужно. Прикрутил и забыл. Стол крутится очень легко. В принципе, знаете, так твердо закручивался. И я собрала его сама. Вот уже Илюша сидит за ноутбуком, пьет водичку. Есть подстаканник вот здесь, вот сейчас. Сейчас вам покажу. Есть вот тут можно книжки, тетрадки вставлять, какая-то подставка. Может, телефон поставить, водичку вставить, стаканчик. Сама очень из хорошего дерева. Ну, стол прям вот придраться не к чему. Дети безумно довольны. Также он сидит, видите, на кресле, печатает, рисует. Его можно также поднимать, видите, повыше делать, пониже, кому как удобно. И также можно к кровати подкатывать. Так что ссылочку оставлю внизу. Девчонки, решила, пришла, что-то пока собрала, пока все донесла, и устала. Ну, не устала, я имею в виду, жарко, знаете, и думаю, как раз мальчишки ушли, я так люблю, когда я в тишине вот эти, вот, знаете, процедуры провожу, да, помыть голову, посушить, а еще хочу снять рильсик. Вот, сейчас, надеюсь, все получится, выставлю свою запрещенную сеть, если что, подписывайтесь, ссылка внизу в описании, и попытаюсь. Я люблю такое всякое снимать. Вот, сейчас буду снимать. Сейчас жду доставку, заказала с этого, как его, вкусвилла. Там курочку заказала. Не знаю, что еще готовить. Думаю, подумаю, что приготовить. Ну, а сейчас пока уход. Уход очень важен. Кстати, я не пошла, представляете, на брови. Перенесла процесс бровей на 28 число, по-моему, я перенесла, не помню, потому что там у них что-то не получалось, а у меня некому ребенка было и Тему отвезти. А Тема у меня без меня не сидит, Макс работал, и пришлось перенести. Я уже, честно говоря, думала, что буду с бровями. Надеюсь, в конце месяца как раз у них вот каникулы, маму, если что, приглашу, с детишками посидит, а я поеду, я так брови хочу сделать, безумно. Кстати, девочки, еще хотела вас попросить, или отговорите, или скажите, что надо сделать. Думаю, может быть, сделать себе татуаж губ. Как вы считаете? Вообще нужен он? Ну, в плане цвета придать губам. Кто делал? Нету, я читала, знаете, что после татуажа губ герпесы вылазят. Это правда или нет? Напишите, пожалуйста, мне, девчонки. Вот. Буду ждать от вас совета.
Стоит, не стоит. Так, ну что, мои дорогие девчоночки, сняла я рильсик. Вы мне скажете, делать нечего. Ну, хочу. И в нельзя-грамме развиваться. Что сидеть? Надо работать. Кстати, билетик купила на Валберисе. Как вам красный? Я просто свитер себе красный заказала. И подумала, что у меня нету красной, кстати, помады. Надо купить себе помаду красную. Вот, купила билетик. Мне кажется, неплохо. Как вам, девчонки? Напишите, идут мне береты. Вот. И, конечно же, сейчас у меня везде бардак. Буду убирать постель, все убирать, сняла. Сейчас пришла посылка. Посылка, говорю. Пришел вкусвилл. Бедный мне звонил, звонил. А я трубку, я музыку снимала. И он, короче, мне не мог дозвониться. Ну, дозвонился, слава богу. Сейчас буду раздеваться, убирать свои тут эти... уборку делать. Так что, ребятки. Девчонки, ну напишите, идет беретик или нет. Блин, девчонки, что-то мне так захотелось вредностей. Я хочу попить кофе. Смотрите, какой заказала. Рулет апельсин-какао с рикоттой. Это на этом, как его звать там? Забыла, как он называется. А, вкусвилл. Вот, сколько здесь калорий, интересно. Так, калории, не вижу. А, вот, 250 килокалорий. В 100 граммах. Кстати, вообще нормально. Сейчас съем кусочек. И манго взяла себе 2 штучки. Сегодня у меня плов есть. Я решила сегодня ничего не готовить. Наверное, завтра уже буду готовить. Вот, сейчас буду пить кофеек. Сделаю себе кофе. Так. Ну что, кофеек уже готов? Налила немножко этого кофе. Ой, этого молока. Молока, кофе. И сейчас отрежу себе кусочек, кайфану прямо сейчас. Смотрите, какой рулетик красивый. Ням-ням-ням. Я, кстати, сладкое не люблю, но иногда прям вот-вот очень люблю с кофейком, девчонки. Вот прям вот у меня нету. Знаете, бывает такое, что некоторые говорят, что я судорожно люблю тортики, там все. Я нет. Ну, есть как бы есть, так, могу съесть. Но чтобы, знаете, с ума сходить по тортикам. Очень вкусный. Попробуйте, закажите. Если у вас есть вкусвилл, кофеек, класс. Кофе, знаете, какой я пью? С ликером или Бейлис у меня был, но надо его израсходовать. Мне он не очень понравился, но расходовать надо, как бы, правильно? Чего вот это добру пропадать? Я его пью. Ну, не очень вкусно. Я все-таки поняла, что я люблю обычный кофе. И не робусту, или как она называется, она слишком горькая. Я люблю такой слабенький кофе. Девочки, обалденно. Прям кусочки апельсинчика или лимончика, что там было. Апельсин, да, апельсин какао, очень вкусно. Прям божественно. Кстати, хотела, пока сижу, поболтать с вами. Пока чай пью, кофе пью. Всегда, да, с подружками. Я раньше, когда помоложе была, вот так с работы в обед идем с подругами, сядем, кофе пьем, пока всех обсудим, пока то все. А сейчас с вами. Вы знаете, я поняла из прошлого видео, что очень много неприятных особей женского пола смотрят меня. Многих заблокировала, прям меня прям выбесили люди. Вы знаете, сейчас на Ютубе есть такая функция, можно зайти посмотреть, как, ну, какие комментарии человек писал. И вы знаете, когда у меня случилось горе, очень, очень много таких было бабенок, которые... Они, значит, меня смотрят. Когда случилось горе, они прибежали, значит, выражать свое сочувствие. Не было до этого ни одного комментария. А вот когда у человека горе, они прибежали, выразили. Понятно, что спасибо огромное. Мне это... Мне вообще очень много людей поддержало. Тех, кто меня смотрит, когда случилось со мной, вот когда папочки моего не стало. Было приятно. Конечно же, это все читается, это все в душе откладывается. Что такие добрые люди, такие классные люди, что вот они в трудную минуту поддержали даже словом, иногда даже просто слово, правда, может помочь человеку. Вот, ну а тут, значит, выразили они свою любовь ко мне. Ну не любовь, наверное, а просто сочувствие, что случилось со мной. Потому что, знаете, в жизни горе может случиться с каждым. И
Меня больше всего это я вам просто я совершенно не этот не жалуюсь, просто мы с вами же вот кофе пьем и разговариваем. Но когда, значит, у меня появились, я, честно говоря, даже это слово уже не, я уже стесняюсь перед вами смеяться, чтобы вы мне не написали говна целую эту статью. Да я шучу. Так вот, когда у меня случилась радость, с которой я с вами поделилась, мои дорогие девчонки, конечно же, больше адекватных девочек. Всегда у меня на канале было больше адекватных, классных, понятливых, умных людей. Намного больше, это 100%, это даже не обсуждается. И вы знаете, некоторые блогеры не удаляют плохие комментарии, они оставляют и не блокируют этих людей, потому что они борются за каждого человека, даже того, который пишет гадости. Ну, чтобы побольше было подписчиков, чтобы было побольше там просмотров, то все. Вот, я не из того числа, я не хочу слушать это говнястое мнение, о котором никто не спрашивал. Вот. Девочки, это очень вкусно, прям попробуйте. Рулеты. Вот. Я просто боюсь мысли потерять, что... Вот смотрите, человек, когда плохо, он прибежал, да? Когда плохо, все бегут. Я, кстати, так раньше не думала. Когда плохо, хочется человеку посмотреть, как же этому человеку плохо, как же он плачет, как же круто, что он плачет. Знаете, вот, ой, слава богу, что у меня такого нету. И человек, наверное, ну это ненормальный человек, он успокаивается тем, что другому человеку плохо. Так вот, про что. И сейчас, значит, когда у меня радость, реально радость, блин, ну я кайфую, мне нравится, я выбирала, я себе делала, не кому-то, не вам, вставляла насильно какие-то там белые, зеленые, красные зубы. То есть я для себя осуществила мечту. И мне так хотелось поделиться с вами, потому что вы, ну, многие девочки мне пишут, что, Оль, ты наша семья стала, мы там день без тебя уже, там 2 дня тебя нет, уже, ну, скучаем туда-сюда. Но я сама такая же. У меня что-нибудь случается, мне хочется быстрее сюда выставить, мне хочется поделиться, рассказать. Потому что я знаю, что много ребят, которые меня понимают, которые, ну, блин, адекватные люди просто. Тут большее количество. Вот, и вы знаете, и мне настолько неприятно было, вот правда, я понимаю, что это блогер, вот это вот, ну, все, то, вся, просто я говорю про то, что мы живем сейчас в таком мире страшном, и вы знаете, я давно это уже поняла, просто вот хочу поделиться, да, то, что вот я чувствую. Насколько злые сейчас стали люди, и это не из-за того, что они... Такие люди, это жизнь такая, что люди не могут радоваться друг за друга. Я понимаю, тяжело радоваться, когда у самого там, да, проблем куча из-за какого-то там вонючего блогера, я буду радоваться за ее вонючие зубы, лучше я напишу ей говна, пусть она там его схавает, это говно, и тоже ей будет плохо. Я это понимаю, я понимаю этих людей, самое странное, что я их понимаю, что человеку тяжело порадоваться за другого. Вот и все. Я про что говорила? Про то, что многие сейчас на Ютубе, я вижу, кто когда что писал. И получается, она, значит, пишет мне соболезнования, как она очень любит меня, как она за меня переживает. Ну, кто-то там, ну, вот, женщины, которые... И тут же проходит вот год практически, вот 15-го, и она мне все это время не пишет. И тут, когда появляется у меня радость... Этот человек приходит и пишет второй комментарий, какая же ты стрёмная, страшная, твои вонючие зубы, что ты их скалишь и что ты их облизываешь, что ты их зализываешь, что они такие белые, я бы такие себе не сделала и вообще отстой. Вот, вот и все. Вот таких я прям удаляла, если у меня такие появлялись, прям блокировала. Жалко, что на Ютубе нельзя блокировать, чтобы этот человек вообще сюда не заходил и не смотрел про меня. Вот, здесь просто блокируешь, просто когда-нибудь я буду разыгрывать розыгрыши или еще что-то, и это... Неприятная особь не получит этот подарок, а то бывает такое, что обсирает, а потом еще в розыгрышах участвует и ждет приза. Вот. А мы-то отследить не можем. Из-за этого я лучше заблокирую, пусть у меня будет меньше подписчиков. Но свой адрес такое говно я слушать не хочу, правда. Я ни у кого не украла, никого не обидела, никому ничего плохого не сделала. Я просто делюсь с вами своими жизненными, ну как, что у меня происходит в жизни. Вот и все. Вот. И не знаю, просто я говорю, что люди надо быть немножко
Я понимаю, что тяжело сейчас, жизнь такая, очень тяжело за человека порадоваться, очень. Это очень, только сильный человек может за чужого порадоваться, это правда. Ну, зубы уже поставлены. Я безумно надеюсь, что они мне прослужат долго, потому что все покажет время. Белые, ну белые так белые. Каждый хозяин, как барин, каждый барин хозяин, да, или как говорят? А, хозяин-барин. То есть тут уж никто никому ничего запретить не может. Но надо быть добрее, надо быть добрее, и тогда у нас, наверное, меньше будет проблем в мире. Ну, видите, сейчас так жизнь устроена, что нельзя быть, наверное, добрым. Тяжело тем людям. Блин, ну тоже негатив себе носить. Ладно, хоть я есть, вы хоть выскажете, можете. Вот. Так что, девчонки, вот, хотела сказать, потому что вы пишете, терпи, Оля, ой, терпи. А что мне терпеть? Мне по барабану, если честно. Просто реально мне неприятно то, что мы живем в таком обществе, вот и все. И это же может быть такой же человек, написать мне вот это всякое порожняк, мнение, которое его вообще не спрашивают, это может быть моя соседка, там, моя знакомая. Я же не вижу, кто это пишет, понимаете? То есть суть в том, что мы живем в этом обществе, вот и все, с этими людьми. И что мы хотим от мира? Ничего хорошего. Потому что, вы знаете, добрых людей очень мало, очень мало. Я вот, допустим, знаете, в жизни, честно признаюсь, тоже бывало завидовала людям. Ну, не такой завистью, прям черной, знаете, прям я там желала ей, чтобы ее зубы выпали или еще что-нибудь. Я всегда завидовала людям, у кого свои, повторюсь, свои хорошие зубы. Это ж вообще кайф, берегите их. Понятно, что никакие вставные челюсти, ни виниры, ни швиниры, ни мосты ничего не заметят свои зубы. Конечно же, если бы они у меня были, я бы безумно была счастливая. Но их нету. Вот, я завидовала этим людям, у кого свои зубы. Еще красивые, так это вообще классно. И еще я завидовала всегда девчонкам, которые едят и не поправляются. Думаю, блин, вот же везет. Тут же просто вот сейчас я съела это. Нет, ну сейчас нормально. Вот я 100 грамм, если я съела, 250 калорий, это нормально. Это вот мой обед будет такой. Сегодня странный обед, но я так хотела прям кексика какого-нибудь вкусного. Я прям с таким кайфом съела, девчонки, вообще. Очень вкусно. Так вот. Вроде сказала, что я хотела. Ничего, все будет хорошо. Не переживайте. Зубы со временем почернеют. И вы снова вернетесь на мой канал. Видите, я уже скрываю, чтобы вам плохо не было. Девчонки, блин, переживаю за вас. Ой, как было вкусно. Спасибо, что составили мне компанию попить со мной кофе. Так что, такие дела. Сейчас пойду убираться. Вы видели, да, я снимала рилс. Сначала хотела его на YouTube выставить, потом думаю, не, а зачем вот это людей нервировать? Лучше выставлю нельзя грамм. Так что, девочки, а тем, кто пишет мне классные комментарии, понятно, что я не хочу... Еще такие вот есть моменты, что вы мне пишете, ты хочешь только хорошее слушать. Ну, а зачем тогда... Как только хорошее? А зачем мне слушать плохое? Я слушаю то, что... Во-первых, я просто поделилась. Я не просила писать... Я бы себе такие не сделала. Да ну не делайте, мои дорогие. Вот. Я просто прошу вас всегда ставить лайки, подписываться, потому что есть же много людей, которым нравится мой канал. Я все-таки стараюсь, я снимаю много. Вы если не заметили, что очень многие ушли с Ютуба и бросили это гиблое дело, потому что здесь сейчас такой голяк. Я не знаю, на каком... куда и что снимать, потому что сейчас мало что оплачивается, какие-то там такие интеграции уже не те. Вот, то есть я здесь просто из-за того, что мне кайф с вами общаться, вот и все, правда. Сейчас YouTube не топ, не топчик. Вы сами знаете, что сейчас снимают сюда только вот действительно люди, которые любят свою аудиторию. А в основном все поуходили и много. Я вот смотрю, даже некоторых блогеров не могу найти. Иногда даже захожу, думаю, а где они? А они где-то там уже, где-то там в контактах. Я стараюсь все-таки снимать и сюда. Ну, сюда как бы основная площадка. Кстати, также выкладываю на девчонок, у которых совсем уж не показывают, на Рутуб выкладываю.
нельзя грамм, у меня телеграм, и стараюсь как бы дальше продолжать вот эту вот эпопею с Ютубом. И все-таки верю в то, что может что-то наладится, хотя навряд ли. Вот с такими людьми, в котором мире мы живем, злыми, завистливыми, острыми на язычок, конечно, тяжело. Вот. Ну, я думаю, что под этим видео тоже начнется сейчас вот это вот все. Пишите, девчонки, пишите, что хотите. В основном, в принципе, всех заблокировала, которые писали прям вот, знаете, вот есть такие комментарии, есть там, ну, написала она, я бы себе такие, ну, думаю, ладно, пиши. Ну, не сделала, ты бы не сделала. Или там еще что-то такое. Ну, думаю, ладно, тоже. А вот когда уже начинают переходить на личности или писать какую-то вот, знаете, ахинею, я тех уже блокирую. Просто не хочу, чтобы эти люди вообще писали что-то. А еще мне, знаете, что больше всего нравится? То, что напишут какое-нибудь говнище, и под этим говнищем 150 комментариев тех, которые вот сказать не могут, а вот лайк поставить молодцы. Класс, обосрали Ольгу. Ой, вот таких вот, вот это вот самые опасные, кстати, люди, с которыми мы проживаем рядом. Вот. Так что, девчонки, все. Поела я, попила. Пойду сейчас, знаете, что я хочу погладить? Что я еще хочу? Что-то я еще хотела. Ванну почистить хочу. Унитаз почистить. Полы помыть, пока никого нету. И все. И буду ждать мальчишек, кормить их. Я думаю, может, сегодня знаете, что делать? Треугольники. Это вот такие, как эти чпучмачки. Вот мама делала картошка, мясо. Вот я про это думаю. Наверное, сейчас достану. Точно. Пока с вами сижу, я сейчас достану тесто. Сделаю. Кстати, вот это тесто мне мое самое любимое, слоеное дрожжевое, именно дрожжевое. Сделаю я и чпучмак. Решила все-таки я сделать. Слушайте, такой лук, ужас, сильный прям. Значит, у меня здесь грамм 300-400, полкило, наверное, фарша. Картошечку мелко режу, это все сейчас размешаю сюда. Что я сюда добавлю? Этот соль, перец, приправы, какие вы любите. И вот это тоже сюда. Это будет начинка. И заверну в тесто. Так, ребят, ну вот так я сейчас. Много начинки, конечно. Ну ладно, сейчас будет помясней. Тут уже накрутила. Я красиво не умею их упаковывать. У меня мама умеет. Я так. Ну, получаются вкусные всегда. Так. И вот так залепливаю. У меня говядина... Со свининкой чуть-чуть, чтобы посочнее были. Куриные тоже они вкусные, но когда все-таки немножечко свининки, всегда роль играет. И маслица кладу. Пока я гладила, уже моих булочек нету. 4 штуки. Ребят, ну я кусочек попробовала. Это очень вкусно. Это реально очень вкусно. На вид, конечно, может быть и невкусно, но вкусно, правда. Классные такие. Я их минут 50 держу. И вот это вот именно вот с этого теста, это очень вкусно. Очень вкусные булочки. Илюша пошел на баскетбол и говорит, что его нету. И сейчас пойду его встречать. Надо дверь ему открыть. Так, пришли мои архаровцы. Я уже постель расстелила. Кстати, уже деревце включила свое, помните? Вот, горит у меня красиво. Ну что, ребятки, начнем, закончим, наверное, блог здесь же. Я, кстати, девчонки, хочу смыть лицо. Убрать свое лицо. Кстати, вот это горенье намного даже получше смывает, чем у меня до этого был какой-то виши или какой-то у меня был, не помню. Плохо этот смывает. А этот хорошо. Но я же тот брала, видите, для того, чтобы у меня вот это вот... непонятно что, розацея это... Я вам не рассказывала, я же была опять у дерматолога. И она мне сказала, что это может быть дерматит. И выписала мне другую мазь. Короче, я чувствую, что это тоже не дерматит. Дерматит или как-то она называла. И никак у меня эти прыщики не проходят. Не знаю, надо, конечно, внутри надо пойти сдать анализы, провериться, что у меня там внутри творится. Не знаю я. У меня, когда я была молодая,
Ну, даже сказать не молодая, а маленькая, наверное, или как? Ну, не маленькая, но сколько лет? 10, 11, 12, вот это, знаете, переходный возраст. У меня вообще такое лицо чистое было, у меня никогда прыщей не было, никогда. И вот уже к старости все полезло на мою мордень. У мамы моей тоже чистое лицо, вообще не, ну, не прыщичков, ничего, у нее хорошая кожа. А я не знаю, откуда у меня это все повылазило. Вот. Так что, ребятки, вот такие вот дела. Кстати, кто-то меня просил показать брови, когда свела. Вот видите, они вот такие коричневые становятся. А, еще, девчонки, я ваши комментарии всегда читаю и помню. Вы меня что просите, я всегда помню. Но не всегда я могу ответить. Потому что, видите, сколько комментариев. Ну, это спасибо. Я очень люблю читать ваши комментарии. Особенно, когда мне парафинят там в них. Я вообще кайфую. Я шучу. Вот, вы меня просите всегда розовую мою помаду. Это Maybelline, девочки. Вот такая Maybelline. Она очень стойкая. Смывать ее вы будете только не знаю чем. И последняя роза, помните, бордовая у меня была, когда я была в бордовом костюме? Тоже спрашивали. Это фирма Stellary. Но, вы знаете, она такая странная, когда ты ее мажешь, она растекается по зубам. Я думала, что я без зубов, с фиолетовыми зубами буду ходить. А потом она как-то застывает и нормально вроде держится, кстати, стойкая Stellary вот эта. Вот, так что... Такие дела. Сейчас пойду уроки делать. У меня Илюша немножко съехал. Борюсь с ним. Не знаю, что происходит. Вообще переходный возраст, наверное. Девочки, расскажите мне ваши истории, ваших детей, ваших переходных возрастов. Было у вас что-то? Как вы справлялись? Не знаю. Поведение отвратительное у него в школе. Веселится, учительница говорит, смеется. Все ему весело. Все, жизнь у него прекрасная. Все веселится. На уроке может смеяться. Вот, так что сейчас у нас с ним не коннект, не коннектим мы с ним, решаю, разговариваю, разговоры веду, не знаю, надеюсь, доведу до какого-то завтра собрания у нас, вот, ненавижу к Илюше на собрания ходить, но пойду послушаю, потому что у них есть такой педагог один странный, я хочу, вроде сказали, она придет на собрание, она, короче, ставит оценки наперед. То есть вот сегодня ему надо было что-то отвечать, а у него уже стоит оценка нехорошая. Вот, я спрашиваю, почему она так делает? Ну, это ненормально. Еще, знаете, меня вот эти сетевые города, у нас сейчас, ну, вот это вот оценки выставляют вот в эти, скажите, ну, в интернете оценки, в журнал, в этот, дневники ничего они не ставят. И они выставляют, вот, допустим, она ему поставила какую-то оценку, и... себе в журнал, а в сетевой город она поставит через неделю. То есть я не могу отследить, чтобы он исправил, чтобы его с ним прозаниматься. То есть, когда уже по постфактум у нас оценки стоят, а мы даже не в вуз не дуем, знаете, вот так. Вот это, конечно, меня прям напрягает. Пойду завтра разговаривать, что это за ерунда. Поставила оценку плохую, поставь ее сразу в сетевой город, чтобы я видела и решала эти проблемы. Так что завтра пойду ругаться. На сегодня все. Всех люблю, девочки. Целую. Пошла дальше заниматься своими домашними делами, уроки и все прочее. Пока-пока.